Гуманитарно-коммерческий колледж продолжает прием на базе 9-11 классов на очное и заочное обучение. Ваши знания – ваш успех. Мальчик меня любит. Он меня иногда в щеку целуется. За мной бегает на переменке. Думала, что я плохой. Она думала, что меня можно бить, потому что Макс, который был в садике, он любил ее и защищал. Я тоже. Но Макс был сильнее меня тогда. Сейчас я его сильнее, а Алина любит его постоянно, но она бросила сейчас. Я носил девочек. Одну зовут Юля, а другую Маша. Они за голову меня держались. Я не спрашивал у них, понравилось им или не понравилось. Не только признавался мальчик, они. Но это было еще в садике. Просто сидел и говорил открыто: «Я вас люблю, извините». Я ответила: «Я еще не готова к этому». Алина любит тех, у кого доброе сердце. У меня тогда было чуть-чуть злое, а сейчас добренькое. И Алина теперь стала меня любить. Девочка Юля, она любит другого мужа. У нее 3 сразу мужа. Я, а муж и вообще 4. Я, Гена. Нет, Гена Халтурин. Он бесподобен. Гуманитарно-коммерческий колледж продолжает прием на базе 9-11 классов на очное и заочное обучение. Ваши знания – ваш успех.